27-летняя Алена Шишкова перекрасилась обратно в блондинку. В образе шатенки бывшая возлюбленная Тимати проходила меньше месяца. Модель вернула свои блондинистые локоны. Шишкова похвасталась поклонникам результатами бьюти-преображения. Алена предстала в кадре в черном свитшоте с обнаженным плечом. Она собрала волосы в высокий хвост. Однако даже с такой прической был виден новый цвет ее локонов. «Беленькая», — написала Алена. Поклонники обрадовались преображению. Они похвалили модель за то, что та решила вернуться в свой стиль. Но наконец-то перестала копировать Решетову, вам блондинкой намного лучше, белый цвет волос явно вам к лицу, никогда больше не перекрашивайтесь, отметили фолловеры. Бывшая возлюбленная рэпера перекрасилась в шатенку в начале декабря. Ее часто сравнивали с новой избранницей Тимати Анастасией Решетовой. Поклонники говорили о том, что девушка невероятно похожа на пассию певца. Молодая мать 5-летней Алисы подогрела эти слухи фотосессией в образе шатенки с дикими кошками. Однако звезда решила быстро отойти от нового стиля. Новый год Алена встретит в привычном образе блондинки. Ранее Шишкова в новом образе трогательно поддержала дочь в саду. Тимати заподозрил модель в плохом влиянии на их общую наследницу.